теперь давайте будем супер честными. У кого из вас один и тот же пароль больше, чем на один аккаунт? Не стесняемся. Специалист по кибербезопасности Евгений Сулейманов рассказывает школьникам, как легко стать жертвой мошенников при использовании бесплатного Wi-Fi и почему не стоит в открытом доступе держать данные о себе. Урок по безопасности в интернете для старшеклассников школы номер 8 стал настоящим открытием. Особая тема – программы ловушки. Почти каждый десятый подросток признался, что их страницы в социальных сетях взламывали. Евгений Сулейманов поведал ребятам, попасть на удочку мошенников может любой. Моя жена приходит в кафешку вместе с подругой и подключается к бесплатному Wi-Fi. И тут ей приходит сообщение на телефон. Введите свой Apple ID, а у нее iPhone. И она такая, конечно, телефон. Да-да, телефон. Только не гневайся, телефон. И она вводит свой логин и свой пароль. И через 5 минут телефон просто черный такой, знаете, кирпич. И у нас не остается другого выбора, кроме как заплатить взломщику. Узнали ребята и то, что некогда свободная и неконтролируемая глобальная паутина сегодня под особым контролем. Мемчик, зачем выложил? Административное нарушение, плати 50 тысяч. А если вы выигрываете в лотерею и попадаете в экстремистский список, если вы настолько прям вот удачливы, что выложив что-то, вы попадаете в список экстремистов, можете забыть вообще про всю свою дальнейшую жизнь. Ликбез для школьников не прошел зря. По словам старшеклассников, теперь им есть над чем задуматься. Я понял, что интернет каждый день следит за нами. Постить 2-3 раза в день не нужно. Я это понял прекрасно. И в интернете надо быть аккуратнее. Мы не будем часто выкладывать свою информацию всем подряд. Мы будем аккуратнее и осторожнее. И лайкать будем реже. Узнали, что все наши личные данные фильтруются, а потом могут использоваться против нас. Вот. И то, что сейчас в университетах анализируются все наши данные в соцсетях, и это, ну, может плохо отразиться на нашем будущем. А вообще, Алекса, понравилось? Да, понравилось. Да, понравилось. Мы таких тонкостей не знали до этого урока. Вот. Хотим сказать большое спасибо. Это было полезно. Полезные знания для школьников Евгений Сулейманов с единомышленниками распространяет не только по Подмосковью. Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета» пройдет в 10 регионах страны. Мы рассказываем детям о маленьких тонкостях, которые они точно не знают. Очень часто дети считают, что они знают все про интернет. Как мы видим на практике, это не так. И слава богу, иначе если бы они знали все, то у нас бы не было работы. Но вот некоторые вещи, например, вот про алгоритмизацию, про то, что все их лайки, все их комментарии, они все просматриваются, они об этом абсолютно не думают. Ну а чтобы школьники усвоили материал лучше, им выдали памятки, которые позволят безопасно серфить в глобальной паутине.